Всем доброе утро. Это госпожа уже проснулась, но она, мне кажется, и не спала. Я когда открыла дверь, она уже под дверьми стояла. Уже заходить мылилась. Это Алиса вот тут гавкала, уже вылезла на диван мне. Все нормально, да, у нас в домике уже все. Чего мы на диван-то вылезли утром? Она утром, когда только слышит будильник, все, начинает гавкать. Может, она и раньше гавкает, я не знаю. Просто я не слышу до этого. Так, пошли, пошли искать. Они уже удачно снесли вот это. Кто, когда. Вдвоем там сидели. Чего? Что-то там уже темное, не знаю, что уже натворили. В стирку пойдет, да? Красотуля. Ищет. Все, мне кажется, она уже, знаешь, тебе без стресса вот это ходит. Так хвостом машет. Я не видела, что коты-то хвостом махали. Я просто не смотрела, у меня же не было домашних питомцев. Я тут свет выключила, она туда мылится. Не мылься, я на молитву становлюсь, не мылься. Смотрите, кто здесь стоит и не шкребется, а? Кто? Посмотрите, сколько счастья. Юля показала поводок. Мама, все, она же знает, что она идет гулять. Иди, одевай. Ой, впереди планеты всей. Аж. Она так тянет, подожди. Это вообще силач, просто силач. Сейчас я тебя вкину. Что? Что, Алиса, пойдем куда-то погуляем? Смотрите, зашла в дворик. Оказывается, у меня здесь чашки делают. Представляете, можно фотографию дать, и вам сделают. Господи. У нас фотографии делали, вот в церкви дарили. Так приятно, вообще классно. Я не знала, что возле меня прям делают. Представляете? Прям возле меня. Не прям возле меня, а за минуту от моего дома. Ну, может, тут закрыто, я не знаю. Это прикол. Ты представляешь? Если я тебя не повела вот это выгуливать, я бы сама не узнала. Просто через один дом от меня. Полезно так походить. Вот смотрите, ну что ж за... Я опять перекрутилась. Алиса. А ну, ты ж меня... Конечно, с той стороны идешь. Юля, ты не с той стороны ведешь. С правой руки надо собачку вести. Видите, какие домики возле нас. Ой, смотри, Алиса, цветет уже, цветет дерево. Смотрите, это я не знаю что, а это походу апельсины. Да ладно, какое сегодня число? Еще февраль. А ну, пахнет? Да, пахнет, представляете? Красота какая. Ну, вообще-то холодно у нас сейчас. Это оливки. Смотрите, тоже красивый домик с этими голубыми. У нас зеленые балконы, не голубые. Прикольно. Мне кажется, что это даже те же... Нет, это Кашаб Барыджилар. Даже Каплан Иншат. Это другие строили. Ну, похожая постройка. Вообще, вот мне единственное, что не нравится, что домики между собой вот так близко. У меня с двух сторон нет, а с одной стороны, ну, не впритык. Видите, у меня балкон все равно открытый на ту сторону. А вот если вот так, мне не очень нравится. Там, по-моему, 7 метров, 14 метров. 7 с одной стороны, 7 с другой стороны. Да ладно, какие у нас пальмы. Алиса, ты не дивися никуда. Тут пальмы, бачишь? Вон, А101. Мы прям по параллели с тобой идем. Видишь? Вы посмотрите. Подождите, я подумала, что это мушмула. А это я не знаю. Может, это мушмула? Ой, я вообще-то маленькую не видела. Наверное, мушмула. Тоже уже, видите, начинается. Нет, это не мушмула, мне кажется. Так, короче, я такие биолог, зоолог. Вот это мушмула. Да, листочки такие. Так там то же самое. Короче. Побежала. Краса девица. О, видите, у нас, чтобы вы понимали, сегодня воскресенье. Чтобы вы понимали, комендантское время. Угу. Все гуляют, все по барабану. Не, ну потому что погода хорошая. Слушайте, она так гонит. Я вообще-то быстро хожу, но не так, как она. Это прям
Летит! Ты куда летишь? Ты! Счастье столько, счастье! Я сама люблю гулять. Она бедненько сидит дома. Мне кажется, знаете, вот у кого дом, да, собака нужна. Но в квартире им так, ну как-то не... просто плохо. Представляете, вот эта мелочь прибежала и начала кусать. Это тоже я так пхнула ногой. Ну а что делать? Не же надо защищать Алису. Такие маленькие, и это кидается. Ну ты что? Не надо. Не, если бы они нормально обнюхались, нет, они начали рычать и кусаться. Такие, боже, одуванчик, понимаешь, как посмотришь. Я так не люблю, знаете, у меня сразу реакция такая. Я понимаю, что надо что-то сейчас закусать друг друга. Да, Алиса, ну ты молодец, ты, конечно, постояла за себя. Но у меня такие стрессы. А вон этот маленький, видишь, наш вчерашний приятель, Колган. Этот вообще спокойный. Ничего, колесит, от все, успокойся. Это тебе вообще ничего не имел. Вот, смотрите, Бим, видите? Это я завернула сейчас. И пойдем по прямой. Покажу вам парк. Я сама там 100 лет уже не была. Может, там что-то перестроили, достроили. Маленький такой скверик. Да, Алиса? Покажешь всем парк? Покажешь, я поняла. Тут сразу маркет. У нас А101. Бим, шок дальше. Базар Чаршамбаб. Все здесь. Вот видите, какой... скверик, скажем так, парк. Да, я понимаю, что со всех сторон проезжая часть, ну хоть как-то, хоть что-то. Тут, по-моему, что-то другое было, я не помню. Перестраивали вот это баню, я там заказывала душевую кабину. Ужасно сделали. Вот просто ужасно. Там все переделывать надо. Вот насколько остальные номера, остальные специалисты, да, мастера хорошо сделали, настолько вот эти плохо сделали Рива-баню. Посмотрите, какое красивое дерево. Мне кажется, вот весной в Китае целый сад был таких деревьев, но они маленькие, можно было понюхать. А это ж, где ж ты его понюхаешь, я ж не понимаю. Кто знает, что это может быть, что это так красиво цветет, очень красиво. И еще одно цветет. Мне кажется, здесь больше нужно насадить зелени, тогда... А, мамочка, это я камень споткнулась. Вот, и это цветет. Может, это яблоня, а? Нет, ветер, ничего не слышу. Уже пчелка прилетела. Не слышу, потому что ветер. И тут дерево тоже красиво. Здесь очень много мушмулы. Вон, видите, два дерева. Это я точно знаю, потому что я гуляла здесь, когда... Я не то, что гуляла здесь. Поверьте, у меня даже времени нет погулять нормально. Эта дорога ведет до Эскисанаи. Эскисанаи – это район, где можно заказывать мебель. Там делают вообще мебели, стандартные магазины. Там три таких ряда магазинов, цехов. Вот. А можно индивидуальный заказ делать. И вот это просто по прямой идти вверх, и все. Сколько там, не знаю, 20 минут. Это ж тянет, тянет, понимаете? Силы сколько. Это у нас, да, театр. Не опер, оперы и балеты, да? Мемлекетим, верно? Что, я не знаю, или работает сейчас, честно. Я что-то не спрашивала. Фонтан работает. Удивительно, на Капалыюл не работает все-таки комендантский час. Сейчас я покажу. Очень красивый тут фонтан. Недавно его сделали, ну, не знаю, года 4 назад. 5. Для деточек. Слушайте, она на мне так гонит, что я точно с ней похудею. Видите, такой кораблик красивый. И он еще светится ночью. Очень-очень красиво. Я смотрю, правда, не вся вода уже бежит. Но задумка прикольная. И вот там такие, как бы, ну, лавочки или что. Здесь очень красивые розы. Вот этот куст роз. Ой, как он начинает цвести, прелесть. Мне кажется, много что срезали. Да. И вот здесь, видите, актеры их популярны, нарисованы. Я говорю, где-то, наверное, лет 5 или 4 назад отель «Элит». Смотрите, это ж прям «Элит», я 100% уверена. Только такие отели бывают «Элит». Остановка такси, ну потому что с балета много людей разъезжается. Видите, их актеры популярны. Что краса девица, потерялась? Вот этого я знаю, это комедийный актер. Театр балета у них хороший. Балет
Мне понравился. Я ожидала намного, ну, такой, не такой уровень. Мне понравился. Ну, тут направляет государство. Тут не может прийти балерина сказать, я хочу у вас работать. Мы вас принимаем. Нет. Направляет государство Турции, по всей Турции. Танцоров, учителей тоже. Это, ну, как, по всей Турции распределение дает, ну, какой-то организации. Я не знаю, как она у них правильно называется. Да, вот там, вот так идти. Вот туда, на Эскисанай. Я пешком ходила, что тут идти минут 20? Ну, 30 максимум. Ехать-то нету куда. Я дольше буду искать автобус, какой едет прямо туда, чем я уже зайду. Ой, что-то интересное такие, Алисы, что это такие? Я не знаю. Что-то непонятное. Ой, здесь так красиво. Ну, понятно, кулечки набросали. Ну, люди. Как так можно? Кактусы какие красивые. Ты где? Слушайте, опять на эту сторону переходит, и я ж не могу так ходиться. Но я должна переступать. Потому что если я перекручиваться начну, то у вас голова закружилась. Ой, красиво придумали. Алиса, иди туда. Все, я поняла. С тобой такие, знаешь, такие, это, фотомодель. Ой, смотрите, как красиво. Уже высадили цветочки. Может, и правда этот балет работает? Там нет, мне кажется. Ой, красиво, да? Алиса, тебе нравится? Тебе нравится? Правда красиво? Понятно. Юля, я не по цветочкам, я не козел, я цветочки не ем. Как Кузя говорил. Слушайте, такие красивые братики. Какие-то большие-большие прям. И там. Ну, в этом плане, конечно, они молодцы. Они так оформляют красиво все. Так, идем туда. Не пойдем той же дорогой, пойдем другой, хорошо? Окей? А, Юля, мы не все равно пошли. Мне сейчас только монтировать видео. Лиса, ты даже не представляешь. Я сегодня вообще ничего не успеваю. Ну, мы зато погуляли с тобой. Мюзикли Оюн. Вторая часть марлезонского балета. Так не хочется маску одевать. Идем сюда, там полиция стоит. Потому что никого нету рядом. Я так, конечно, в маске хожу. Это лук? Это точно лук? Ты уверена, что за этой девчонкой не біг мисливець? Ні? А вона по кущам не карабкалася? Це ти впевнена, що в неї все нормально зі здоров'ям? Ну, добре їй там, я не знаю, з якого переляку вона вирішила це вдягнути, де вона лазила в цьому, і хто її здоганяв. Ти скільки? Скільки ти грошей заплатила за це ось? Ізабела, ти десь впала сьогодні? Сильно больно вдарилася? Ізабела, за такі гроші я тобі могла б зв'язати цю ковтиночку, роздерти її в тих, точно тих самих місцях, купити таку оце сумочку, в нас на Чаршамбі по 15 лір таке. Ага. Ти не бачила, я тобі покажу, по 15 лір таке можна купити. Кросівочки, ну добре, за 35. І ми б ще ті гроші взяли